никогда такого не делала. Идут два мальчика или две девочки, ну, как-то не прикольно предлагать. Я не убегу. No. У меня сейчас так много котят. Привет, друзья! Всем привет! Сегодня день влюбленных. Мы поздравляем всех с праздником, с Днем Святого Валентина. А у нас челлендж. Сегодня мы поздравляем с этим праздником всех незнакомых нам людей. Поехали. Рекламная пауза, друзья. Поднял бабла. Да не, пошутил я. 4, 5, 6, 7. Давай тогда 8. Главное, чтобы шары никто не отпустил нечаянно. Спасибо. Давай, пока. С праздником. Пока, пока. Удачи вам. Шарики. Купили шары, сейчас будем пугать. Пугать? Радовать. Так, выискиваем пару. Ну, вон там идет одна парочка. Я думаю, к ним подойти. Где? Вон. А, впереди? Мы не успели снять эту пару, она убежала. Ребят, можно вас на секунду? Вы хотите фотосессию? Бесплатную? Нет. Шары шариками? Нет. Вы пара вообще? Вы, да. Вы не пара? Пара, конечно. Пофоткаем на аватарку вас. Пару фотографий романтичных. Нет, спасибо. Ну, с праздником ваш тогда, извините. Вас тоже. Стесняшки попались. Люди, вы где? Короче, мы решили ехать в ближайший торговый центр. Мы надеемся, что там хотя бы будет побольше молодежи, побольше пар. Тут тепло. Да, тут тепло. Привет, ребят. Можно? Хотите фотосессию? Фотосессия? Не фотосессию, а пару кадров. Да, романтичных. Романтичных, да. Мы вам сфоткаем, потом ВКонтакте вам скинем с шарами нашими. 5 минут времени займет. Итак, мы наконец-то нашли хоть одну пару, которая согласилась. Давайте я подержу. Я не убегу. Еще как-нибудь застаньте. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. С праздником. Спасибо. Спасибо. Все. У нас получилось. Первая есть парочка. Первая парочка есть, ищем вторую. Так, давай отсюда далеко не выйдем, тут хорошо. Да, тут прикормленное место. Да, вот поднимается. Есть кадрики. Вон идет парочка, сейчас мы к ним подойдем. Ребят, мы вас по всему Фабри ищем. Не хотите фотографии сделать? Буквально вашего 2 минуты времени займем и вам потом ВКонтакте скинем. Держите шарики. Чуть поближе обнимитесь. Покрепче. Вот. Хорошо. Здрасте. Можно присесть к вам? Не хотите фотосессию? Нет, спасибо. Почему? Ну, день влюбленных уже. Пару фотосессий. Ой, пару фотографий. Бесплатно. Романтические фотографии. Поставите нам вот. Вечно все ищут подвох в чем-то. Блин, нас хотят обмануть, что они хотят? Они хотят с нас взять денег. Здравствуйте. Можно вашу минутку времени? С Днем Святого Валентина хотите, вас. Да, сфотографироваться на аватар себе бесплатно. Мы вас с этими шариками фотографируем. Да, пару кадров. Мы нашли еще одних влюбленных. Шариками. Какая влюбленная пара. Мы хотели поздравить вас с Днем Святого Валентина и предложить сделать 2-3 фотографии. Ой, нет. Шариками. Нет. Ну ладно, с праздником. Мое обаяние не сработало. Не хотите фотосессию? А вы не хотите фотосессию? Здравствуйте. С праздником вас. А не хотите сделать 2-3 романтичные фотографии? Нет. С шариками? Вам пришлем ВКонтакте. Вы это просто бесплатно. А, извините. Капец, там брат с сестрой шли, а я им предлагаю фотосессию. Устал уговаривать людей фотографироваться бесплатно. Не хотят.
шарики подарить. Шарики, извините, у нас еще много кто хочет. Ну, давайте. Чуть поближе и шарики пониже, чтобы они в кадр ходили. Камер. Если честно, так это все делать непривычно, это такой необычный опыт. Ставь лайки. У меня уже добрый день, друзья. Всем пока. Ура! Ура!